На третьем километре автодороги Североморск-3 размыло грунт и обрушилось дорожное полотно. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и организовали объезд опасного участка через территорию Мурманска. В результате происшествия пострадавших нет, но ситуацию взяла на контроль прокуратура. Во время проверки специалисты установят соблюдение требований законодательства при содержании автодороги и безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры. Также глава регионального Минтранса Юлия Полиэктова держит ситуацию с размытием проезжей части на личном контроле. Ведомство организовало оперативный выезд к месту разрушения дороги. Подрядчик уже приступил к восстановлению участка.